Метеорный поток Геминиды открывает в Свердловской области сезон зимних звездных дождей. Ярко вспыхивающие звезды жители могут наблюдать по всему миру уже сегодня, а невооруженным глазом их смогут заметить и екатеринбуржцы. Об этом сообщают сотрудники Кауровской обсерватории. Пик потока в Екатеринбурге прогнозируется на 14 декабря на 17:00 по местному времени, а продлится звездопад до 17 числа. Отмечу, что метеорный поток – это остаток кометного хвоста. Когда Земля пересекает такой след, она захватывает частички, потерянные кометой, и они, влетая в атмосферу, сгорают.